Привет, меня зовут Люба. Хочу оставить свой первый отзыв после участия в силовом маратоне, который проходил 4 недели. Что мне особенно понравилось, так это первое, есть разные уровни занятий. Можно выбирать по какому по уровню развития, кому какое подходит. И что для меня более подходило, так это то, что то же время можно было брать, как подходило, 5, 10, 15, 20 минут. Лично у меня, к сожалению, не получалось заниматься каждый день, но есть, по крайней мере, к чему стремиться. И могу подтвердить, что по окончании 4 недель сил поприбавилось, на что я, собственно, и рассчитывала. Поэтому могу только советовать принимать участие в маратоне и работать над собой.